Ну что ж, придется повысить напряжение. Опасно? Конечно, опасно. Но риск, как говорится... Это я удачно зашел. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. И опять-таки насчет вашей подозрительной машины. Я вас прошу, Александр Сергеевич, я вас прошу, заявите, заявите, а то мы сами заявим. Постойте, подождите. Ничего в этом аппарате нет подозрительного. Просто я изобрел машину времени. Словом, я могу пронизать пространство и уйти в прошлое. Уйти в прошлое? В прошлое. Такие опыты, уважаемый Александр Сергеевич, нужно делать с разрешения только соответствующих органов. А сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. Вы присутствуете при историческом событии. Попробуем сначала на близком расстоянии. Смотрите, сейчас мы пойдем через пространство. Куда стенка девалась? В чем дело? Что такое? Здесь сейчас стенка была. Товарищ Тимофеев, за стенку ответите по закону. Видал, какую машину изобрели? Да ну вас к черту с вашей стенкой. Значит, к черту! Полквартиры исчезла. Ничего и не сделалось. Как это так? Ничего не сделал. Как это так? Видел чудеса техники, но такого... А фамилия ваша как? Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. А вы с магнитофоном пришли к Шпаку? Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. В каком смысле? Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона. Тьфу на вас еще раз. Я волнуюсь. Смелее, я здесь.
Ведь это же Иван Грозный. Иди ты. Мама мия. Демоны! 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 Сгинь! 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 Пропади! Увы! Увы мне грешному, горе мне окаянному душегубцу! Ой, нечистая сила! Стойте! Сгинь! Куда вы? Сгинь! Подождите! Фу, пропади просто! Куда вы? Ты куда звонить собрался? В милицию! Положь трубку. Чего? Положь трубку. Чего? Чего положь? Трубку. Не положу. Ложи трубку. А почему это? Ложи трубку, я тебе говорю. Тихо. Положи трубку! Тихо, тихо. Задавлю, шляпа! Где демоны? Ой, да! Сюда! А меня же Зинаида Михайловна обокрали. Собака с милицией обещала прийти. Ты чьих будешь? Вы меня извините, товарищ артист, но что такое чьих? Чей холоп, спрашиваю? Извините, но я вас не понимаю. Ух, сущий глупый холоп. Я извиняюсь, но что это вы все холоп да холоп? Что это за слово такое? Это он из роли, из роли. Ну, вот роль такая. Это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять. Боже мой, ну и домик у нас то дворовый, то обзывают. А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта. Это же кошмар, кошмар! Он же мог меня зарезать. И между прочим, правильно бы сделал. Ха, бред. Какой Иоанн Грозный? Он же давно умер. А кто? Умер. Я не про вас это говорю. Это другой, который умер. Который... Ты боярыню соблазнил? Я. А есть... Житие мое. Какое житие твое, пес смердящий? Ты посмотри на себя. Житие. Ух, красота-то какая, лепота. Лепота. Прием окончен. Обеденный перерыв. Царь трапезничать желает. Это сон какой-то. Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. Федюнчик, а там что такое? А, почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра. Баклажанная. Красота. Лепота. Да что же это такое, а? А ну ступай домой, алкоголик. Оставь меня, старушка, я в печали. Старушка? Ах ты нахал. Я же на 5 лет тебя моложе. В
дорогая царица. Очень рад. Очень рад. Очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Очень... Прошу вас. Прошу вас к нашему столику. Не пошлю просто я такие вещи весь. Распустили что без меня. Ну за репертуар у вас. Надо готовить массовое, современное. Сейчас, сейчас, сейчас. Вы пока сегодня не сдаёте. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все неясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то в туза моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все неясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то в туза моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ведь пришло, ты сбылось. Ответа без тебя, как жилось. Не на свете этом то, что ждет, все снесет. Как бы жизнь не била, лишь бы все, это все не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то в туза моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то в туза моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то в туза моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. А это еще что? Ну вот, видали? Ну, пожалуйста. Фу.